Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу, как легко и просто сделать вот такого замечательного птенчика. Нам потребуется цветная бумага, клей, карандаш и ножницы. От листа 4, от цветной бумаги. Отрезаем полосочку шириной 4 сантиметра. Вот я вырезала. Край полосочки надрезаем бахромой. Завиваем нашу полосочку на карандаш, накручиваем ее. Это туловище нашего птенчика. Из полосочки другого цвета, примерно с ваш пальчик, чуть поменьше, у меня палец больше, шириной с пальчик, вырезаем клювик. Складываем в два раза и делаем остренький клювик. Вот я сейчас подправлю. Да, старайтесь, чтобы он был ровный. Из двух таких полосочек тоже с ваш пальчик, но очень узенькие, вырезаем лапки. Сейчас я вот это уберу, чтобы нам не мешалось. Из полосочки примерно 3 на 5 сантиметров. Она может быть больше или меньше. Также крылышки будут больше или меньше. Делаем крылышки, складываем в два раза, чтобы сразу два крылышка сделать. Вырезаем вот так перышки. Можно надрезать так же, как на хвостике. И вот так сужаем. И обрезаем. Вот у нас получилось два крылышка. Чтобы ножки хорошо стояли и были твердые. Хотя птичка может сидеть на хвостике. Птички часто это делают. Склеиваем, складываем эти полосочки, ножки в два раза и склеиваем их. Делаем накатки, коготки, накатки. Птичка практически готова. Смазываем серединку клювика. И приклеиваем. А мне захотелось наш клювик сделать поменьше. Правда, у всех птенчиков очень большие клювики, они же есть хотят. Широко открывают свои клювики, но я все-таки решила поменьше сделать клювик. Приклеиваем клювик. Приклеиваем крылышки. Вот уже птичка практически готова. Уберу сейчас. Ножки складываем так, наверх загибаем. И вот так. В разные стороны загибаем, в разные. И эту лапку, ножку так, так. Смазываем кончик. Приклеиваем на животик. Смазываем кончик. Приклеиваем на животик. Можно дыроколом вырезать глазки или воспользоваться конфетти. Вот видите, этот птенчик потоньше, а этот, наверное, наелся много крошек или червячков. И мне захотелось сделать чубчик.
нашему птенчику, завить его. И приклеим ему чубчик-хохолок. Вот, ребята, у нас получился вот такой замечательный еще один. Ой, чубчик отлетел. Бывает. Братик и сестричка или два братика. Ребята, как сделать вот такую птичку? Смотрите мое другое видео про птичку. Оранжевая птичка с хохолком. Удачи вам!